Сочи учатся несколько сотен студентов из африканских стран. Сегодня они празднуют День Африки. Танцуют и поют. Знакомят уфимцев с культурой своих стран. Бенедито Финезе приехал из Анголы. В Уфе живет в общежитии. Называет его своим домом и признается. Выбрала Россию, так как у нас много хороших университетов. Однако есть и свои трудности. Ваш язык, погода вообще. У нас там 35 градусов, а тут минус 35, поэтому много разницы, большая. Ну, уже привыкла уже. С Бенедито, пожалуй, согласятся многие из тех, кто пришел на День Африки. Студенты из Анголы, Нигерии, Конго, Мозамбика и Уганды. Они учатся в разных вузах, но сегодня вместе рассказывают о культуре своих стран и национальных блюдах. Я приготовила рис и кокос, и курица, и... можно говорить, и мукопата, курица, да, и фасоль. Тарелки моментально опустели. Еду африканцы разделили не только с уфимцами, но и со студентами из Азии и Латинской Америки. Друзей они находят быстро. Африканцы общительны и жизнерадостны. Как правило, их встречают соотечественники, помогают им на первых этапах. Ну, для кого-то этот первый этап длится 2-3 дня, для кого-то пару недель. Но, как правило, уже все втягиваются нормально и в учебный процесс, и в вопросы быта решают. Потом постепенно начинают заводить местных друзей. Это тоже способствует и языковой, и культурной адаптации. В этом стихотворении африканские студенты признаются в любви к своей родине. Вернуться туда они планируют после окончания учебы. Но вспоминать о нашей холодной стране они всегда будут с теплотой. Андрей Шарыгин, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.